Сегодня 1 октября, завтра у нас наступает прямо ночь в Мурманске. Там уже некоторых не так наступило. Вот, и сегодня у нас установили елку. По-моему, она ничем не отличается от той, которая была в прошлом году, хотя не знаю, будет посмотреть прошлое видео. Ну, если что, если найду, ссылку дам. Мне кажется, тут выше были бордюры, основание выше. Так, а вот остальные у нас украшения, или как это назвать, иллюминация, фигурки всякие изменились. Здесь вот у нас поставили олени, или кто это, лось, олени. До этого какие-то были фигурки с цветочком, бабочек. Обычно слоган «На север жить», как же без этого. И это детские домики, тоже с оленями, свечки, на той стороне свечки хорошо видны, но как-то в том году, мне кажется, было побогаче здесь, именно на пяти углах. Пошел снежок, такая довольно новогодняя атмосфера, несмотря на то, что тепло, плюс 2 градуса на улице. Мы были на пяти углах на площади, сейчас идем к северу Кирова. Ну, иллюминации побольше. И панорядная елочка переливается, хотя она маленькая. Видимо, еще не до конца установили, какие-то машины стоят. Бегает много детей. Тут детская площадка, вот это кто? Это Нюша, да? Нюша. Такая довольно красивая, симпатичная фигурка. Лосяж. Крошик тут у нас такой радостный. Пин. Как же без пина? Ну, на этом фигурки заканчиваются. Нет ежика, кого там еще не будет. Я не помню всех персонажей. Ну, как-то они не раскошелись на всю коллекцию шариков. Могли бы без спина обойтись, ну, добавить ежика, сабуни. Так, а это наш фонтан у нас. Летом фонтан, обычный фонтан из воды, а зимой вот делают такой красочный, иллюминированный. Инсталляция часов такая своеобразная на фоне Ростелекома. И вот такая стела установили к столетию города, как уже 4 года назад. Она отчитывала обратный порядок до дня рождения города. Помню, сколько годов она считала, или полгода. Но теперь она служит как часы, календарь и погоду показывает нам.